Здравствуйте! Передо мной семейство аккумуляторных дрелей-шуруповертов от Makita. Модель 6281 DVPLE в двух комплектациях и 6271 DVALE. Все это профессиональные инструменты для сверления дерева и металла и закручивания крепежа. Их работоспособность и производительность напрямую зависит от напряжения аккумулятора. Так, модель 6281 DVPLE оборудована никель-кадмиевым аккумулятором на 14,4 вольт. За счет этого инструмент развивает довольно высокий крутящий момент – 36 ньютона-метр. Плюс ко всему, дрель-шуруповерт оборудована двухскоростным редуктором с максимальной скоростью 1300 оборотов в минуту. Оптимальную работоспособность обеспечит соответствующая емкость аккумулятора. Модель комплектуется батареей емкостью 1,3 или 1,9 ампер-часа. Напряжение аккумулятора модели 6271 несколько ниже – 12 вольт. Это не снижает качество выполняемой работы, однако влияет на производительность. Так, сила максимального крутящего момента составляет только 30 ньютона-метр. В то же время диаметр сверления дерева 25 мм, а вот металла немного ниже – 10 мм. Как и предыдущая модель, инструмент оснащен двухскоростным редуктором. За счет менее мощного аккумулятора скорость вращения снижена, но незначительно. Максимальное число оборотов – 1200 оборотов в минуту. А что объединяет эти инструменты, так это фирменный аккумуляторный фонарь Makita, который идет в комплекте, чтобы работать можно было даже при недостаточном освещении. И вы не забывайте, что мы рекомендуем только качественную технику.